Система соответствия голове на дистальной фаланге большого пальца тип 2 – голова животного. В системе голова животного лечим уши, глаза, нос, десна и зубы сами. В этом видео показаны основные точки воздействия для лечения заболеваний головы, а также для косметического и эстетического воздействия при помощи акупрессуры, акупунктуры, аппликаций в системе соответствия тип 2 голова животного и соответствия языку на ногтях, расположенные на больших пальцах кистей и стоп. В такой системе соответствия на дистальной или ногтевой фаланге большого пальца при помощи подходящего не очень острого предмета можно найти все органы, проекцию которых вы видите на этом примере. Соответствие глазам, носу, деснам, зубам и ушам. После того, как были найдены болезненные точки соответствия и произведен их массаж до появления ощущения тепла, рекомендуется использовать метод семянотерапии. Выбранное семя прикладывают к болезненной точке на кисти и стопе и фиксируют пластырем не более чем на 24 часа. В каждом зернышке кроется будущее растение, которое уже обеспечено энергией и необходимыми питательными веществами для своего роста и развития. Между двумя живыми объектами будет происходить обмен веществом и энергией. Главное, чтобы выбранное семя подошло по размеру выбранной активной точки. Массаж болезненных точек, акупунктура, акупрессура и семянотерапия приносят значительное облегчение, а повторение такого воздействия в течение 21 дня – возможность излечения. Но новые зубы, к сожалению, все равно не вырастут.